Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, с плохого. По-моему, вы немножко не справляетесь с соломой и дискованием почвы, лущением стерни. Если ускориться, ты же понимаешь, что это хуже не будет. Ну и вижу, что вы готовите почву для посева озимых. Я это вижу в целом, вот по этой территории Западной Беларуси. Ну, не могу сказать, отстаете, нет, вам виднее. Я знаю, что гродненцы посеют вовремя. Но желательно, чтобы больше было подготовлена почва под посев озимых. Когда готова почва, тогда в любой момент кнопку нажал, выехал механизатор посея. А так, по-моему, то, что мы видим здесь, вот, ну, это идеальная работа, идеальная. Но здесь вы просто молодцы. И люди, видно, ответственные. Ну и руководители здесь всегда были крепкие. Я просто вот подлетал сюда и вспоминал середину 90-х, когда развалился Советский Союз, и Гродненская область в советские времена была лучшей в Советском Союзе. Сюда приезжали, все учились, да, Леонид Константинович? Я вообще восхищался. Я восхищался вами, как вы работаете. И пытался все это перетащить туда, на самый-самый восток. Конечно, не тот уровень земледелия, и люди, наверное, немножко не те были. Но за 2 года у меня из худшего в Советском Союзе хозяйство стало миллионером. И я учился здесь, в Гродненской области. И развалился Советский Союз, это я говорю в своих воспоминаниях. Первое мое посещение в качестве президента Гродненской области. Вот я летел с Минска, и у меня кровью сердце обливалось. Как можно было буквально за 1,5-2 года все уничтожить? Я увидел соломы брошенные, в волках в зиму входила, стога эти поскладывали тяп-ляп, никто их не убирал. Почему я своего соперника Дубко перешагнул через все там обиды и прочее, в выборную кампанию было все, я его назначил здесь губернатором. Потому что он вертелишка, помнишь? Да. Ты помнишь, конечно. Он возглавлял лучшее. Это было одно из лучших я хозяйств. Я родом оттуда. С вертелишек, да. Ты? Ну вот, ты это видел. Поэтому я назначил его, своего соперника, одного из критика меня. Но он меня критиковал только за молодость. Но за молодость критиковать нельзя. Вот, и я его назначил губернатором. И я помню, как тяжело было, вот тяжело лучшую в стране область выводить, просто в чувство приводить. Ну, пойдем, хочу с вами обсудить одну идею. Насколько для тебя, одной из лучших хозяев в стране, актуальна проблема жилья? В данный момент есть свободное жилье, есть вакансия, Александр. Я к чему задал вопрос по жилью. Я так понимаю, ну, допустим, у него нет таких острых проблем, хотя они всегда будут. Но в области Гродненской же по жилью в сельском хозяйстве, да и вообще, может, где-то, где надо жилье для предприятий, проблемы же есть? Есть, конечно. Есть. Сейчас жилье дороговизна жуткое, и на что больше всего спрос высокий, и что подорожало? Лес. И вот я так лечу над страной, кругом лес, лес, лес. Но самое удивительное, леса моря, порой мы не успеваем его переработать, а если переработали, распилили на доску, бревно я запретил вывозить, и вывезли за границу. А наши люди бешеные деньги должны платить за то, чтобы дом построить, деревянный дом. Но у нас есть дерево. Почему его для вот таких предприятий, ну где-то построили перерабатывающее предприятие, промышленное предприятие, и там нужны люди, рабочие руки. Почему им ближе к нулевой стоимости не продать этот лес? Почему крестьянам не продать по дешевке этот лес, и этот дом будет в 10 раз дешевле? Ну что там, фундамент и все, остальное дерево. А дальше уже и человек будет шевелиться, и руководитель. Но эти дома, если мы льготируем таким образом, должны быть арендными. Они у него в собственности должны быть. Потому что человек построит за бесплатно, можно сказать, и ушел. Но может быть и льготировать людей, которые не работают в сельском хозяйстве, но здесь живут, но уже не так, как для крестьян. То есть вот нам надо посмотреть, как удешевить
лес для строительства жилых домов. Но начинать надо с деревни, и все должно быть прозрачно. Чохом нельзя ничего делать. И как только человек получил эту льготу и построил дом, пообещал ему, что он будет там работать, вот 20 лет ты работаешь, а потом можешь выкупить этот дом. То есть нам надо вот удешевить это жилье. Ну, это безобразие, что мы имеем лес, а люди или платят бешеные деньги, а коль высокая цена, все хотят, а построить не могут. Поэтому вот за зиму нам надо продумать этот вопрос. Мое глубокое убеждение, что для того, чтобы удержать людей на селе, это должна быть хорошая зарплата, хорошие условия работы, жилье и хорошее дорога. Ну, зарплата будет зависеть от него, да, и от человека. И а от вот то, что мы ему должны помочь, это жилье прежде всего. Жилье, главное жилье. Пришел с утра до вечера, отработал, но он должен прийти домой в нормальное жилье, чтобы и помыться. Благо, что у нас не в Германии и Великобритании, что экономят на туалетной бумаге и рекомендуют людям душ не принимать, да, два раза в неделю. Слава Богу, у нас этого хватает. Вот. А зарплата уже, ну, людям надо сказать: ребята, заработаете, все ваше. Заработаете, все правильно. Общая площадь земельная 9575 гектаров. Хватает тебе для производства земель? Хватает. Проживает 2260 человек, 21 населенный пункт на территории, 4 из них газифицированными. Сколько мы убрали? 75% в этом году. Ну вот сегодня уже, слава Богу, перешагнули прошлый год по валу зерна. Вот. То есть сегодня у нас будет 6 миллионов? Нет, у нас уже утром 6. 6 утром? Да, 6, 250, 200, 6, 300 планируем сегодня. 7 миллионов где-то в воскресенье у нас уже будет. Но если погода будет? Ну, смотрим, пока все нормально, 3 дня, спокойно. Если посмотреть, если она же попасть... повредила жира это другим культурам на сегодняшний день? Нет, для нашего района, я пока думаю, терпит, нет. Да? Да. Ну, будем надеяться, что на будущей неделе дожди пойдут, но у нас это будет уже 85-87% уборки. Как минимум, да. Понедельник. 7 миллионов мы хотим в воскресенье, чтобы уже было. Фактически у нас 1 миллион останется, ну, 3-4 дня работы. Вот, ну, я темпам ночью во сне вижу 8200. Действительно, во сне. Правильно. Во сне вижу 8200. Почему-то у меня вот цифра эта. Так и получится у нас. Мы так если 8200, то это будет хороший год для села. Плюс у нас рапс. Уже на сегодня, Александр Григорьевич, 793 намолочено. Вот как и планировали, 800 возьмем. 26,6. Ну, вот 800 это и 8200 это 9 миллионов тонн, и плюс миллиона полтора кукурузы надо взять. Мы рассчитываем побольше, 2 миллиона. 2, ну тогда вообще супер. Мы выходим на 11 миллионов, это то, что я говорю, мы должны иметь каждый год. Это первый этап, 11. Но дальше уже будем видеть от производства. Это пока образцы, многие из них в единственном экземпляре импортной техники. Что это за образец у тебя? Ну, это последний серийный комбайн. Сейчас уже есть другое. С копирующей жаткой? Но здесь гидрофлексовая жатка. 12,2 метра она. Обратите внимание, резиновые столы. Это нежность уборки и преломляющийся нож. Флекс, так называемый. Вот в данном случае эта жатка способна преломляться до 19 сантиметров высотой. То есть не только мы показываем как бы камень, копирование почвы полностью. Ты считаешь это супер? Считаю супер. Ну, вот Леонид Константинович, что ты скажешь? Ну, это будущее за этим. Ну, так надо уже на это будущее ориентироваться. Понятно, задача понятна. Вот смотрите, сеялка, это отечественное производство. Лидоагромаш. Сколько тут своего? 75%. Цена выше импортной? Дешевле. Это чизель, только чуть-чуть есть нюансы в рабочих органах. Если нам нужно перевернуть пласт, мы ставим накладки одни. Если нам не нужно, нужно только верхний слой перевернуть, значит вот такие накладки. Это черные сверху, да? Да. Но чем он хорош, что он заменяет плуг. При 5-метровом захвате плуг должен быть минимум 18-корпусный. А это 5 метров и тех же 350 лошадей. Сорок гектар, да?
Да, здесь вот площадь 40 гектаров у нас. 40. Садом. Возделываешь разные культуры? Ну, в данном саду у нас основная яблоня семечковая, с косточковых 5 гектар черешня, гектар малины ремонтантная и черная смородина пол гектара. И здесь у нас плотный сад, 4 метра между рядами, в ряду метр между деревьями. Для карликового вот подвоя. Обрабатываешь как ты? Здесь вот этот прикорневый. Это приствольная полоса, глифосат, содержащий в основном препараты. Ну, сейчас появились у нас на рынке и зарегистрированы. То есть ты здесь травишь их, чтобы не росли сорняки? Здесь подкашивает травоспоя. Сколько живет этот сад? От 12 до 15 лет. 15 лет. 15 лет? На карликовом подвое. А сейчас вот реально сколько они? Ему уже 6 лет. 6, да? Да. Значит, да. Это идет орошение, да? Да, капельная лента, капельный полив. 200 гектаров, Александр Григорьевич, уже и в том саду мы сделали капельный полив.